Сюжет заимствован из Евангелия от Матфея. Все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 13. В пейзаже, напоминающем знойную природу Востока, младенец Иисус припал на колено и держит за руку сидящую подле него Богоматерь. Ангел срывает с дерева плоды и передает их святому Иоанну Крестителю, возле которого лежит крест, перевитый белой лентой с надписью «Эссе». Тут же лежит ягненок. Вдали видны две пирамиды и полузасыпанный сфинкс. Картина замечательна по колориту. Слева на камне подпись. Басин, следуя традициям художников Возрождения, в первую очередь Рафаэля, использует пластический язык старой итальянской живописи. Он работает в яркой декоративной гамме, пытаясь воссоздать гармоническую полнокровность Ренессанса, но использует при этом внешние формальные декоративные приемы. Картины на античные библейские сюжеты сделали художника знаменитым.